решил пешком. Быстрее получается. На своих двоих здесь и правда быстрее. Длинная пробка на одной из самых оживленных дорог Барнаула, улица Власихинская, от Трактовой до Попова, ежедневно уже в течение недели. Всему виной ремонт трамвайных путей. Из-за него вместо трех полос на участке интенсивного движения всего одна. И это очень неудобно, говорят водители. Постоянно езжу. Ну, сейчас здесь не проехать просто. Это ужас. Стоят по полчаса. Приходится объезжать вокруг. Заторы и на соседних улицах – Балтийской, Взлетной и Павловском тракте. Для самого заселенного района города в часы пик – это сродни коллапсу. Люди нередко опаздывают на работу. Было неприятно, достаточно долго стоял в пробке, минут 30, может. Ремонтные работы проводят и в центре города, на пересечении улиц Строителей и Профинтерна. Из-за замены труб полос на проезжей части здесь также стало меньше. Неудобства испытывают и пешеходы. Зебра не работает, приходится обходить. Но все трудности временные, напоминают сотрудники городского дорожного комитета. Просто нужно набраться терпения. Правда, если на Власихинской ремонт обещают завершить ко 2 сентября, то на Строителей сроки открыты. София Яценко, Александр Антропов. День с толком.